Лежать. Стоять. Сидеть. Хотите на французском? Дай. Сидеть. Первый команда, конечно, по-русски, команда была сидеть. Затем команда лежать, стоять. А дальше начал уже вводить немецкий язык, мне было интересно. И она начала быстро схватывать, и я начал усовершенствовать, повторять, чтобы у меня это отложилось. Затем я ввел французский, армянский и английский. Дебу! Аси! Куше! На немецком. Штейн. Плац. Зиц. На армянском. Парки. Кайни. Мести. Браво. Хорошо, молодец. Браво, хорошо. Хорошо. Дай.